На один день поселок Волгарь станет центром народных торжеств. Национальный колорит и гостеприимство, яркие костюмы и танцы. Сегодня в регионе проживают представители более 150 этнических групп. Свои объятия для жителей города они распахнут в День народов и национальных культур Самарского края, который в столице региона отпразднуют впервые. Очень важно, чтобы каждый имел возможность открыто, свободно продемонстрировать лучшие черты народа, который он представляет, как в языковой культуре, творческой, спортивной, предпринимательской. И вот когда каждый показывает свою уникальность, мы становимся уникальными все вместе. Самое главное, чтобы это праздник, это прежде всего наше единение, наша дружба, единство, согласие. Ну и праздник, он, наверное, и предполагает собой, что мы будем вместе, мы будем радоваться, узнавать друг друга, познавать друг друга. Символ единения и теплых соседских отношений. Участие в масштабном празднике примут делегации не только муниципальных районов и городов Самарской области, но и всей России. В Волгаре уже появилась аллея дружбы народов. В этом году откроют новый арт-объект «Мир добра». Кульминацией торжеств станет авиашоу. В тот же день в центре Самары впервые пройдет и парад студенчества. Тысячи молодых людей со всей области единым строем пройдут по улицам города. Каждый вуз будет, во-первых, представлен в виде интерактивной площадки. Здесь будет огромное количество информации о том, что происходит интересного в этом вузе в плане науки, молодежных различных событий. Согласие и единение охватят весь город. Народная культура и образование как символ просвещенной многонациональной Самары. Марина Кравцова, Алина Чемерис, Сергей Баскин. События.